как вам тут живется? На букву Х. Плохо. Очень плохо. Стреляет и днем, и ночью. Очень опасно. Мой дом крайний. Вот. Двухэтажный дом крайний. Очень плохо. Но ничего сделать нельзя. Два сына, они живут. Один даже в Донецке живет, не может приехать ко мне. Не Почему? Пускают. Не пускают. Но открыт же пункт. А? Открыт же пункт Нет, пропуска. Не пускают. Уже вот в мае будет год, как не пускают. Так что ничего хорошего. И неизвестно, когда это кончится. И кончится ли когда-нибудь. Добрый день. Да, добрый день. А в ваш дом были попадания? Семь раз окна только пока металлом не забили все окна. Вон, можете пройти посмотреть на него. А весь как в решето побитый. А забор бы вы посмотрели. Забор, сделанный через речку там с этих шифером, так как будто бы кто-то специально садится и разбивает с автоматов. Так что обстрелы, как начинается 5 вечера, 6, и до 12, до часу ночи. А то... Каждый день? Да сегодня что-то тьфу-тьфу-тьфу не было, а то почти каждый день. Почти каждый день. Мало того, что и днем бывает, но садить и вечером. Соседка у меня живет. В соседке дом разрушили почти он полностью. Так она со мной живет. Вот мы вдвоем и живем. Если хотите, идите посмотрите на дом. И на двор, что они сделали. Сад. Уничтожить сад. Полностью деревья порубанные. Шифер весь побитый. Спрашивается, зачем это делать? Весь побитый, весь металлом позакрывали, потому что 7 раз. Пришлось и на 7-й раз уже металлом закрывать. Угу. А эти ворота, все, посмотрите, сколько тут стрельбы. Вы видите? Угу. О, все стреляет и стреляет. Даже вот, или вчера, или позавчера. Во, даже куда попало уже. Сюда. Рядом, чтоб уже не выходили, или я не поняла. Но вы же, получается, живете как раз ровно напротив позиций. Да, как раз напротив. И вот, видите, как побили, гляньте. Все деревья, все посмотрите. Ну, конечно, и тут же орехи. Вот орех какой. Это ваши орехи это были? Это мои орехи. Вот это вот, вот так ряд орехов, и вон этот орех. Вон. Ветки все валяются. А вот тут вот неделю, дней 5 тому назад, выхожу утром, вот видите, шелковица. И смотрю, вся зеленая. Думаю, что неужели распустились листья? А это она вся побитая, и сок с нее, в общем, вся. И вот деревья, смотрите, вот это сад он у меня был. От сада осталось пустое место. Все яблони негодные. Вот там 3 яблони, там фундук, тут вот тоже 3 яблони. Все пропало. Все. Единственное, чем я довольна, вот этими ребятами, угу. Что если я прихожу, что-то в них прошу, они мне обязательно помогут. То прислали, дали нам этот самый, господи, дрова. Ну, а что я с этой старухой могу сделать? Я же их не перенесу. Пошла, попросила, пришли 2 человека, перенесли. Вот снаряд упал. Пошла, попросила, пришли, убрали. Не могу жаловаться на этих ребят. Ни хамят, ни грубят, ничего. Относятся нормально. Ну,